После снятия видосов об обновлении, я решила зайти на свой канал и в очередной раз просто проверяя количество просмотров, вспоминая то, как все раньше начиналось, и что у моего самого первого Лузитана уже давно как больше 1500 просмотров, от чего я до сих пор в шоке. И даже год назад видео о продаже лошадей уже почти 6500 просмотров, от чего шока все больше и больше. Ну, количество просмотров новых видосов как-то немножко, но тут я поднимаю глаза и вижу, что у меня на канале 500 подписчиков! Ребята, спасибо вам большое за то, что вы со мной, что вы подписываетесь на мой канал. Я надеюсь, что вам действительно интересно смотреть, как я снимаю видео, что это вообще очень мило. Вас уже 500. Я помню, как все начиналось с 7 человек, потом дошло до 100, потом потихонечку 200, 300, и каждая 50-ка, и даже каждые 10 человек было очень приятно наблюдать то, что вы подписались ко мне на канал. Поэтому очень много у меня счастья и радости, что многие на моем канале уже давным-давно, я надеюсь, вас до сих пор все радует, что вам нравится, как я снимаю, нравится, о чем снимаю, вот. И надеюсь, вы будете рады тому, что я буду продолжать снимать и выкладывать разные видосы к себе на канал. Так что спасибо, что вы подписываетесь на мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, мне это очень-очень приятно. Так что я прям безумно-безумно прям рада. Спасибо еще раз, что вы у меня есть. Вы меня поддержите. Вы, моя аудитория, даете мне самый большой стимул на то, чтобы снимать. Так что я вам всем передаю привет. Всех очень люблю. Всем безумно рада каждый раз на своем канале. И надеюсь, в будущем нас будет еще больше. Да, если, кстати, вы хотите устроить со мной сходку, к примеру, на ближайших выходных, то пишите комментарии, что хотите со мной встретиться лично. Но напоминаю, что я играю на сервере Papaya Pond, и если вы действительно хотите устроить встречу, пофоткаться со мной, пообщаться, то пишите комментарии, и я это организую. И уже через день-два я выложу видео о том, где и когда будет встреча. На этой неделе, может, на следующей, но вообще могу и на этой. Так что жду ваших комментариев. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующих видео. И удачи на и вам игры и просмотров.